Приветствую, друзья. В Тобольске заработал завод Запсип Нефтехим. Правда, в эксплуатацию он был введен еще в 2019 году. А 1 декабря минувшего года президент Российской Федерации Владимир Путин в торжественной обстановке запустил его на полную мощность. Значение этого события переоценить трудно. Теперь потребность в импорте полимеров полностью закрыта. Россия впервые стала их экспортировать на мировой рынок. А это продукция с высокой добавленной стоимостью. Более того, спуском нового завода Тобольск стал одним из мировых центров нефтегазовой химии. Строительство длилось 7 лет. В России был реализован очередной миропроект. Компания Сибур вложила в него 10 миллиардов рублей. Государство 1,75 миллиардов долларов из Фонда национального благосостояния. Благодаря новому нефтехимическому предприятию Тюменская область совершила рывок в развитии. На одно рабочее место в нефтехимии, как правило, приходится четыре новых в смежных отраслях. Эффект почувствовали и местные жители. Вложения в городскую инфраструктуру позволили Тобольску в рейтинге Минстроя по качеству жизни с 63-го места подняться сразу на шестнадцатое. Так вижу, друзья.